Это что такое? Вы куда это собрались? Мы хотим с ним фотографироваться, он у нас друг. Ребят, я на работу опаздываю. Пока! И мы с тобой! Вот такой дружной компанией мы решили вступить в клуб настоящих друзей. А ты, малыш, запомни, что в 2003 году в городе Санкт-Петербурге был создан этот веселый бренд. Привет! Я Нюша, я мисс Вселенной. А это... Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, смотри, я Крош. Вот Крош точно знает формулу хорошего настроения. Смешарики плюс веселые ребятишки, плюс хоровод, плюс воздушные шарики, плюс танцы, плюс игры в догонялки равно настоящее приключение. Пока родители Эдика смотрят кино, а мама Анечки ходит по магазинам, их дети даже не вспоминают про них. Да, родитель, хочешь, подари ребенку праздник, и у тебя останется много времени, чтобы заняться своими предновогодними хлопотами. В будни с 10 до 22 часов, а на выходных и до 23:00 твое чадо будет под присмотром воспитателей и любимого Кроша, например. Ребята, а что я люблю больше всего? Морковку! А где морковка? Вон она, морковка! Собираем урожай с огорода Копатыча. Вот сколько овощей и фруктов вырастил наш садовод-огородник. Ой, девочки, а что вы тут делаете? А можно мне с вами? Конечно, можно. А что нужно делать? Мы сейчас учимся завязывать бантики. И косички плести, и ремешки завязывать. Нюша все умеет и тебе покажет как. Если вашему малышу до 7 лет, то он, конечно, найдет себе массу развлечений. И в зоне подвижных игр попрыгает на батуте, полазит в лабиринте. А может также заняться творческой работой вместе с воспитателями, порисовать, полепить. А теперь давайте попрыгаем на батуте! Да уж, после таких игр точно захочешь отдохнуть и попить вкусного сока. А может быть еще и чего-нибудь существенного поесть. Если тебе маленький благовещенец от 3 до 10, вступай в клуб друзей смешариков. Но Новый год никто не отменял, и любимый Дед Мороз со Снегурочкой придут и поздравят тебя вместе с любимыми круглыми друзьями. Дети, приходите к нам в гости, мы вас ждем. Да. Пока! Пока! Может быть, я тоже хотела работать Нюшей, но я, Татьяна, дежурная по рубрике.